Если p простое число, то 1 плюс a плюс a квадрат и так далее, то есть a в степени p минус 1, вообще ни при каком целом a не может делиться на b квадрат. Ну, смотрите, когда a дает остаток 1, мы это уже проверили, доказали. Значит, нас интересует ситуация, когда a не сравнима с единицей по модулю p. Ну, если a делится на p, то здесь будут нули по модулю p, а здесь будет единица, единица на p не делится. Значит, осталось проверить такой вариант. Когда a не сравнима ни с нулем, ни с единицей по модулю p. В таком случае мы можем просто применить, хотя даже про нуль я зря стал говорить, потому что для нуля следующее рассуждение точно так же работает, как и пишем. А минус 1 умножить на вот это вот число. А в p минус 1 плюс а в p минус 2 плюс и так далее плюс а плюс 1. Это а в степени p минус 1. Ну, по-моему, p. По малой теореме Ферма, это а минус 1. То есть, если а не сравнимо с единицей, то это число просто вообще даже на p не делится. Таким образом, если число а не сравнимо с единицей, то вот эта сумма даже не делится на p. А если a сравнима с единицей, ну это доказано даже двумя способами совсем недавно, то в таком случае сумма на p делится, но на p квадрат не делится.